Представьте. Готовое решение. Поддержание постоянного давления. Грундфос. СКУЕ. Представьте. Все в одной коробке. СКУЕ пакет очень прост. Все в одной коробке. Прост в хранении, легок в транспортировке. Комплект содержит все, что нужно для монтажа в систему. Насос СКУЕ с частотно регулируемым двигателем. Блок управления с датчиком давления. 8-литровый гидроаккумуляторный бак. Простой монтаж, простое крепление, простое управление. Представьте. Простой монтаж. Насос СКУЕ имеет облегченную компактную конструкцию. Он поставляется с электроникой, дающей возможность подключения к блоку управления через силовой кабель электродвигателя. Все, что нужно, это подключить насос к трубопроводу и опустить в скважину. Кабель двигателя подключается к блоку управления. Датчик давления и бак также просты в установке. Датчик подключается напрямую к трубопроводу. Небольшие габариты бака позволяют без труда монтировать его на трубопровод в помещении или вне его. Бак поставляется со стандартным закачанным давлением, но давление должно быть скорректировано в соответствии с требованиями системы. Электронный блок – мозг системы СКУЕ. Он собирает и управляет всей информацией от насоса и датчика давления. После включения электропитания устанавливается требуемое давление. По светодиодам можно определить, что насос работает. Представьте. Стабильное давление. Монтажник Роберт Харт. И еще один клиент, которому нужна система СКУЕ. У них проблемы со стабильностью напора в водопроводе. Они вызвали меня для решения этой проблемы. Мы многие годы работаем с продукцией Грундфос, и это всегда были отличные насосы. СКУЕ – один из лучших примеров постоянного улучшения в области погружных скважинных насосов. Это насос будущего, и я лично им очень доволен. Теперь эта семья может ощутить преимущество системы СКУЕ. Простая компактная установка. С помощью бака и датчика насос поддерживает постоянное давление, независимо от количества используемых источников. Мигающие светодиоды на блоке управления показывают, что насос работает. При закрытии кранов насос автоматически останавливается. Очень просто изменить настройки давления, а затем вернуть в исходное значение. Для
Для обычной ежедневной эксплуатации изменения не требуются. Настройку можно зафиксировать. Блок управления имеет сигнализацию, которая указывает на неисправности. Если возникает риск работы всухую из-за падения уровня воды, встроенная электроника отключит насос и включит снова при восстановлении уровня воды. Широкий размерный ряд насосов SQE позволяет их использовать также для водоснабжения небольших поселков. Концепция SQE разработана лидирующим производителем насосов. Интенсивные исследования, новейшие разработки и широкая сервисная сеть делают Grundfos надежным партнером для монтажников и бурильщиков. Это также означает, что эта семья никогда больше не будет иметь проблем с водоснабжением, поскольку их проблема решена при помощи системы Grundfos SQE. И монтажник доволен, что помог клиенту.